конкурс, дети читают стихи. Илясов Ирегин Масович, 6 лет. Андрей Усачев, День Победы. Что такое День Победы? Это утренний парад, едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.